компьютерную академию «Шаг» уже можно не комментировать. Каждый студент, который обучается в компьютерной академии «Шаг», имеет доступ ко всем цифровым технологиям, что позволяет ему уже во время обучения получать практические навыки, которые станут конкурентным преимуществом при трудоустройстве. Между прочим, многие студенты уже работают в IT-компаниях, находясь еще на обучении. Расположившись на разных континентах, компьютерная академия «Шаг» сумела сохранить свои ценности и главную цель – дать качественное IT-образование и изменить мир к лучшему. Сегодня в компьютерной академии «Шаг» 56 тысяч студентов, 1900 преподавателей, 700 аудиторий и 125 тысяч выпускников, которые уже заняли свое место в ведущих IT-компаниях мира. Академия «Шаг» специализируется на всех видах компьютерного образования, от профессиональных курсов до высшего образования. Разработка программного обеспечения. Компьютерная графика и дизайн. Сети и кибербезопасность. И это еще не все. Малая компьютерная академия – это место, где студенты осваивают технологии, которыми весь мир будет пользоваться в будущем. Программы развивают универсальные навыки, полезные для каждого. Секретная лаборатория X-Lab – это место, где дети развивают творческое мышление, логику, память, комплексное решение задач, лидерские качества, работу в команде, а также многое другое. Junior Business Academy – образовательный проект по развитию предпринимательских навыков для подростков. Обучение происходит на основе бизнес-симуляций и практических кейсов. Профессиональные спецкурсы, интернет-маркетинг, разработка на Python, курс Front-End. А также IT Step School – это средняя общеобразовательная школа, в которой дети получают образование не традиционными, а современными методами обучения. IT Step School показала на своем примере, что школа может быть современной, что обучение может быть интересным и что дети могут использовать свои гаджеты не только для игр. Планшеты вместо учебников, электронный дневник, очки виртуальной реальности, молодые и прогрессивные преподаватели, IT-предметы, развитие soft skills и бизнес-навыков, углубленное обучение иностранных языков. И это далеко не все, что приготовила школа будущего IT Step School. Желание давать лучшее образование в сфере IT привело Академию «Шаг» к открытию собственного высшего учебного заведения, которое имеет лицензию Министерства образования, а также дает возможность выпускникам получить диплом бакалавра и магистра. Для того, чтобы ученики компьютерной Академии «Шаг» могли узнавать о развитии мировой IT-индустрии, знакомиться с передовыми технологиями, а также весело проводить время, был создан международный IT-лагерь. Сотни наших детей посещают такие страны, как Япония, США, Арабские Эмираты, Сингапур и Малайзия. Именно там их ждут увлекательные экскурсии в офисы ведущих IT-компаний мира. А вот что о нас говорят. Несмотря ни на что, Академия «Шаг» растет. Самое лучшее IT-образование. «Шаг» делает, опять-таки, абсолютно необходимый, уникальный вклад. Был приятно удивлен большим количеством интересных и нестандартных проектов. Академия «Шаг» вложила в людей вот этот хороший технологический бэкграунд. Здесь я увидел ребят, которых я готов прямо к себе забрать. Эти имена будут в Гугле, там, в Фейсбуке. Здесь прекрасные преподаватели, очень хорошая система обучения. Мне очень нравится учиться в этой академии. Просто впечатляющий объем информации. Здесь можно получить хорошие знания. Каждую неделю очень большой объем знаний. Мне очень нравится IT Step School. Ему, наверное, впервые за всю его школьную жизнь понравилось учиться и понравилось быть успешным. Ребенок очень быстро открылся, при том, что был такой вроде как скованный, немножко замкнутый, сейчас она такая открытая. Первое, что они рассказывают, это насколько им было интересно. По глазам даже видно, что он доволен. Для нас большой плюс, что эти полгода для него были успешными даже с точки зрения его успеваемости. Международная компьютерная академия «Шаг».